пора уже думать о будущем. Еще до старта у нас вот заскакал опять-таки Маршак ВП. Что в первом гите мы его потеряли абсолютно, что и сейчас его увидеть не увидим. Вперед бросается за реабилитацией Аюм. Здесь же у нас и Ширр, здесь же у нас и Блумфилд. Но Аюм выглядит пока здорово. Здорово, уверенно. И не бросается прямо резать угол, не бросается изначально на в первые колеса. Сейчас уже в повороте разберется, сейчас уже не полезет, конечно, по дальней по амплитуде. Но все здесь. Догонку за ним и премьер, и Ширр. 27,2. Да. Прелестно. Прелестно. Приняли замечательно. Посмотрим, как будут финишировать. Вот. Подходят по первой половине круга наши участники. По-прежнему впереди триколор Республики Татарстан. Это камзол Геннадия Большакова. Но все ближе и ближе. Вот уже в спину ему дышит премьер. 28,2. И сбивается Аюм. Вот это да. Вот это неприятно. Вот это все. Вот это мимо денег. Вот это мимо паровоза. Да, поставил он его на ход. И снова сбился. И снова сбивается жеребец. А впереди у нас лидерство захватывает премьер ВП. Премьер ВП в борьбе с Блумфилдом. Здесь же самой ближайшей доступности у нас Александр Попов со своим Ширром. На четвертой позиции Винолю. Тяжеловато, пробкой. 39, третья четверть. Финишная прямая. Финишная прямая в борьбе между великолепной троицей. Не получается у Александра подать. Я имею в виду Попова. Вовсю старается Вилкин. Вовсю старается разогнать своего Блумфилда. Тяжело премьеру. По-моему, даже он немножко начинает вправо валиться. Доведет он. Доведет, выиграет. Ну что скажет секундомер? Что скажет секундомер? Что скажет эта стрелка? Что скажут эти результаты?